Уапарабада, па-па-па. Уапарабада, па-па-па. Уапарабада, па-па-па. Уапарабада, па-па-па. Сколько мы с тобою прошагали дальних неизведанных дорог. Если где-то песни прозвучали, ты уже не одинок. Даже за рулем и за штурвалом, в море, небесах и на земле, мы всегда чего-то напеваем, чтобы стало чуть светлей, чтобы стало чуть светлей. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, но вряд ли были б вместе мы. Ва-ба-ба-ра-ба-да, па-па-па. Ва-ба-ра-ба-да, па-па-па. Ва-ба-ра-ба-да-дам, па-па-па. Ва-ба-ра-ба-да-ра-дам. Я, конечно, тайны не открою, жизнью все доказано давно. То, что мы увидели с тобой, было небом решено. И вниз сорвалась белою лавиной песни незнакомая строка. Ты моя вторая половина, знаю я наверняка. Ну, знаю я наверняка. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, ну вряд ли были б вместе мы. Добрая, простая, нужная, живая музыка спешит, чтоб нас соединить. Если бы на свете песен не писали, ну как смогли бы вместе быть? Вот бы словно птицам научиться правильно друг друга понимать и не знать, что в мире есть границы, и летать, 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 радоваться ветру и прибою, и любить, как в самый первый раз. А песни, как дороги над землей, что соединяют нас, что соединяют нас. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют? Да чтобы были вместе мы. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют? Да чтобы были вместе мы. Чтобы были вместе мы. Чтобы были вместе мы. Александр Шевченко, команда «Дежавю», друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». И мы ждем видео-версию этой песни. Ну, как только, ребят, получится, как только будет вдохновение, собственно. Ну, в принципе, да. Теперь уже можно сказать про песню, что в ней действительно запрятан замечательный ответ на чудесный вопрос. Вообще-то я даже не представляю, вот не было бы песен. Ну разве мы бы здесь сидели? Слушай, ну у тебя получается со всей так, страной. Вот, если есть какой-то вопрос жизненный, да, слушаешь Шевченко, в песне находишь ответ. Да. Есть такое. Есть такое. Это я тебе скажу просто как слушатель песен Александра Шевченко. Мы сделаем небольшую паузу, друзья, ура, после чего продолжим. Оставайтесь в компании «Страна ФМ».